На сцене Sega Mega Drive 16 бит. Впервые в высшей лиге команда из 3 человек. Нам многие говорили, что втроем в высшей лиге будет сложно. Тем не менее, с тех пор, как мы играем в высшей лиге, еще ни одной команде не удалось победить нас. Но несмотря на это, мы решили усилиться. Поэтому, Андрей, пошел вон отсюда. Так, а что это я? Давай сам вали. Ребят, никто никуда не пойдет. Вообще-то игра очень ответственная. Вот именно. Поэтому надо удивлять! Не получилось и не получилось! Так, Галь, ты не волнуйся, сейчас точно получится. Так, Илья, стоп! Ребят, давайте я, как самый адекватный в этой команде, начну. Magic people, good people! Тема приветствия – археологическая экспедиция. Ребят, что у кого по теме? У меня камни в почках. А я номер придумал. Давай лучше с номера. Итак, представьте, очень усердный человек ищет клад. Понравилось? Нет. Ну так и сезон не юбилейный. Сейчас постоянно усиливается охрана в аэропортах, но иногда совершенно непонятно, по какому принципу работают охранники. Проходи, проходи, проходи. Так, стоп! Что в карманах? Ключи? Выложи на стол. Что в сумке? Ноутбук? Выложи на стол. Включи. Что в папке? Песни «Металлики». Выложи на стол. Что за фильм? «Терминатор». Выложи. Что за фотография? А это мы с друзьями пьяный Новый год празднуем. Выложи. Ребят просили не выкладывать. Правило едино для всех. Ну что ж, а мы продолжаем тему экспедиции. Итак, в долине гейзеров. В Голливуде при съемках мультфильмов движения героев отыгрывают реальные актеры. Так вот, Союз мультфильм решил не отставать. Итак, на съемках очередного мультфильма. Датчики надел? Да. Проверяем. Все работает. 3, 2, 1, пишем. Стоп, снято. Покурить можно? Да, конечно. Эй, парень, закурить есть? Нет. А если найдем? Не найдете. Ох ты! Ты что делаешь? Слышь? Эй, ты что с нашими парнями сделал? И
Раз, и два, и три. Так, кажется, все сняли. Ладно, выводите на экран, посмотрим, что получилось. Панда, этот подарок тебе. Девочки и мальчики, сладкие карамельки, а на них большие башмаки. Веселая панда. Стоп, снято. Слава богу. Ну что ж. Вот и подошло к концу наше приветствие. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому в конце мы бы хотели обратиться к Роскосмосу. Назовите, пожалуйста, спутник Фобос Марс, а не Фобос Грунт. С вами была Сега Мега Драйв 16 бит. Спасибо.